Еще недавно на этой спортивной площадке шли строительные работы. Сегодня сюда вернулись ее постоянные посетители – ребята из соседних домов. А вместе с ними – члены фракции «Единой России» в Мытищинском совете депутатов. Цель народных избранников – проверка исполнения партпроекта «Детский спорт» на территории городского округа Мытищи. И депутаты используют разные методы. Не-не, посередине, давай, что, я сильно минимум. Ты? Получилось. Эта спортивная площадка, расположенная возле дома номер 38 по улице Мира, пользуется большой популярностью. Соответственно, и быстро изнашивается. После обновления эта зона полностью безопасна и готова к постоянным тренировкам. Жители очень просили, площадка вошла в график ремонта. И вы знаете, очень приятно видеть, что в это летнее время действительно наши дети занимаются, играют в футбол, просто отдыхают. И замечательная такая спортивная площадка, оборудованная, покрашенная и благоустроенная. Кроме местной детворы, здесь проводят занятия тренеры Центра физической культуры и спорта «Олимпик». Эта площадка, можно сказать, является базой дворовой команды «Метеор», постоянного участника первенств и турниров городского округа Мытищи. Это вот молодцы. Футбол сейчас это как второй смысл жизни, не знаю. Вообще мы все, что моя команда, что я, мы все очень любим спорт. Первой половины лета мы, получается, да, собирались, потому что у нас были важные пляжные игры, турниры, товарищеские матчи. Сейчас, вот думаю, будет небольшая передышка. Ну, потом, конечно, тоже продолжим тренироваться. Напомню, тренеры Центра физической культуры и спорта «Олимпик» готовы приобщать к спорту всех жителей городского округа абсолютно бесплатно. Всю информацию об организации тренировок можно узнать на информационных стендах. У нас на каждом стенде висит объявление. Там есть рабочий телефон. И время, по этому телефону, по которому могут они позвонить, это с 9:30 до 12 часов. Там у нас находится сотрудник наш, вот, который ответит на любой вопрос. Если у нас группа собирается больше 5 человек, то, конечно, выйдет инструктор по спорту, договорятся на какую площадку, принесет нужный инвентарь и проведет какие нужны мероприятия. На сегодняшний день в Мытищах капитально отремонтированы 4 спортивные площадки. Мелкие недочеты, например, разрывы сетки или напольного покрытия, специалисты исправляют постоянно. В плане у нас до сентября сделать еще 3 площадки, капитально отремонтировать, и одну построить новую. Это в 25-м микрорайоне Белобородова. Во время ремонтных работ юным спортсменам, конечно, приходится временно перебазироваться. Но сотрудники МАО спортсооружения стараются работать с опережением графика. Поэтому неудобства приходится терпеть совсем недолго. Анна Масаликина, Денис Петров. Информационная программа «День».